Рыбачим здесь круглый сутки. Здесь, конечно, более наглядно. Чем я тут один метр 50, да? Скажем так, процентов на 99, что здесь не перельет дорогу. Мы ждем еще поднятия уровня Амура, но максимум на 30-50 сантиметров. Но это прогнозы. Но тем не менее нужно быть готовым, если вдруг здесь вода еще поднимется на 60 сантиметров, надо тогда будет просто держать технику наготове. Если останется там 10-15 сантиметров, надо будет начать отсыпать. Ну, чтобы вот эту маленькую узкую часть перекрыть. Это метка 13-го года или это просто метка дороги, что может перегнуться? Нет, вот эту метку мы поставили для того, чтобы определять высоту, сколько еще вода может подняться, прежде чем начнет заливать дорогу. Ну, здесь видите, только в одном месте пусто, здесь уже поднято все. Вот этот вот участок. Ну, в принципе, техника готова, карьер есть. Ну, если вдруг возникнет такая необходимость, то мы уже понимаем, где надо пересыпать. Для того, чтобы не было как в 13-м году. Чтобы транспорт должен ездить, а? Военных привлекали. Ой, не, я знаю, что привлекали военных, но сейчас все делает. Мы пока военных не привлекаем. Хотя, конечно, по Комсомольску можно было бы уже начать, наверное, хорошая идея. Сегодня подпишу распоряжение, попрошу военных, ну, по Комсомольску помочь, да, подсыпать. Там надо еще 1,5 километра подсыпать, на всякий случай. Что в Комсомольске вода будет на метр больше, чем в Хабаровске. Это на всякий случай лучше подстраховаться на 1,50 м. Еще 50 сантиметров на волну взять, чтобы потом не охать, не ахать и не бегать с этим. Ну, поедемте дальше.